Осень для ивановцев не будет скучной и пресной. В городе появился новый культурный проект «Соль». Как рассказывают авторы идеи Андрей и Ольга, это проект о душе, о культуре, о саморазвитии. Официальный старт мероприятию был дан в пятницу. Сейчас очень много у нас в городе, в принципе, мероприятий, которые проходят локально и которые привлекают одного, двух, трех человек. И нет продолжения. А хочется истории, хочется продолжения, хочется знать, что если ты придешь в какое-то место, то тебе там будет гарантированно хорошо, гарантированно приятно, вот. Независимо от того, о чем будет мероприятие, в каком формате оно будет проходить, это будет твое место. Потянуло на солененькое авторов не случайно. Андрей рассказал, что идеей загорелся давно. Я лет 20 назад работал простым журналистом в газете «Будни-2», замечательное было издание, и у нас был такой автор Станислав Григорьевич Смирнов. Профессор, такой подвижник от науки. И он мне рассказал, что в свое время, в 60-х годах, Иваново просто цвело и пахло этими лекториями. Сюда приезжали люди из Эрмитажа, из Московской консерватории. Они погружали людей в это, учили слушать, слышать, смотреть. И говорит, это было замечательно. И он сам в свое время организовал такой городской семинар для ивановской интеллигенции. Он был такой больше наукообразный, но это было реально место, куда люди приходили и зажигали. Просто вот интеллектуальный эстетический отдых. И я тогда, помню, этим сильно загорелся и для себя принял решение, что когда-нибудь я сделаю такой проект. Так что же такое проект «Соль»? Это череда мероприятий для всех, кто любит искусство. Лекции, дискуссии, квартирники, концерты и мастер-классы. Кроме того, запланированы встречи с известными актерами, писателями и режиссерами. Это тоже люди где-то в чем-то объединенные каким-то культурным кодом. Если посмотрите фамилии, там Филипенко, Чулпан Хаматова, Хабенский, это люди, как-то вот все равно есть ощущение, что какой-то вот общности, даже не знаю, гражданской позиции или чего-то, но вот есть ощущение, что вот где-то они, где-то в чем-то они объединены. Да, будем их привозить. Здесь для таких людей будут большие концертные площадки. Вот. А кроме привоза вот таких больших звезд, у нас большая часть работы будет посвящена открыванию местных звезд, на самом деле. На сердце нехорошо, когда не знаешь, что ждет тебя впереди. День завтрашний, как туман, кружится, словно обман, что в конце пути. Открывал проект «Соль» в пятницу квартирник Михаила Черкова, лидера группы «Берега». Получилось уютно, душевно, с осенними нотками. Те, кто знает группу «Берега», там, в общем-то, веселых настроений, позитивных вообще нет. Там абсолютный минор, романтика, любовь или не любовь. Все в таком ключе. То есть подстать той погоде, которая сейчас действительно на улице. Уже в октябре культпроект «Соль» порадует ивановцев мероприятиями на любой вкус. Календарь событий можно найти в соцсетях. На этот месяц запланирована творческая встреча с актером Константином Хабенским и концерт гитариста Ивана Смирнова. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.